Здравствуйте, дорогие гости и подписчики моего канала. Здравствуйте, дорогие участницы нашего совместного проекта. Приглашаю вас к просмотру третьего отчета по проекту «Райский сад». В данном совместном проекте принимают участие дизайны с птицами, цветами, бабочками. И за май месяц у нас очень хорошие результаты. В мае месяце у нас отчиталось 55 человек, около 100 работ. У многих девочек не по одной работе. Я точно все работы посчитать не смогла, потому что действительно очень-очень много, но около 100 работ у нас участвуют. И также в этом месяце у нас есть, конечно же, много финишей и есть новые участницы. В этом отчете я предлагаю начать именно с новых участниц, познакомиться с нашими финишами, познакомиться, что девочки смогли выполнить. Ну и, конечно же, перейдем к отчету. Также я хочу напомнить, что по завершению нашего совместного проекта, а финиш у нас 1 октября, среди готовых работ, среди журнала готовых работ, мы сделаем розыгрыш рандомным способом, определим двух победителей и разыграем два прекрасных набора. Во-первых, это риолис красный шиповник, размер 20 на 20 сантиметров, вышивка крестом, а также blackwork. Здесь сочетаются две техники, я думаю, рукодельник и получивший этот набор будет очень интересно попробовать что-то новенькое. Здесь у нас ниточки мулине, также белые лилии 20 на 20 сантиметров, также крестик и blackwork. Ну и еще один набор я подарю сама на свое усмотрение одной из участниц. Это также риолис, букет с лагоросом и хлопком, это уже шерсть, размер работы 25 на 25 сантиметров. Вот такие красивые наборчики от меня. А также есть еще один приз от Анны Маркиной. Анна также участвует в нашем совместном проекте, также является блогером. И Анна создает прекрасные текстильные вещи, оформляет красиво вышивки. И вот как пример показывает нам вот такую сумочку для процессов, которую она не вот эту конкретную, а что-то в подобном стиле создаст для одной из победительниц нашего совместного проекта. Итак, в мае месяце к нам присоединилась Наташа Евстафьева. Наташа вышивает дизайн «Очарование нежности» от дизайнера Надежда Ильина. Размер работы 300 на 385 крестиков. Вышивается на AIDE 18 аккаунта ниточками DMS. Всего 70 цветов, и из них 32 чистых цвета и 38 блендов. Вышивается все крестиком в две нити. Пишет Наташа: начала вышивать по саге, результат не сохранила, телефон пережил некоторые изменения, и я так до конца и не восстановила прогресс. Это затормозило мой процесс вышивания, но каждый месяц по 1000 крестиков, период с 25 по 30 числа вышиваю стабильно. Да, бывают такие ситуации с электронными схемами, конечно, очень сложно потом встраиваться в процесс, особенно с такими сложными дизайнами. Что ж, желаем, чтобы все наладилось, процесс дизайн очень интересный, красивый, с огромным интересом будем ждать развития этой истории. Присоединяется к нам Елена Семенова с сэмплером от HATS. Здесь вышито 29%, почти 2 листа из 6. Вышивает Елена французским шелком. Девочки, не прочитаю точное название, вы уж простите. Здесь всего 8 оттенков этого шелка. Основа лен, каунт 37. Тоже название не буду читать. Работа размером 197 на 173 крестика. Пишет нам Елена, что яркий летний воздушный дизайн, наполненный прелестными цветами и птичками. Но мы видим, что получается действительно очень ярко, красиво. У Елены есть канал на YouTube «Селена Кросс-Стич», ссылка в инфобоксе. Можете ознакомиться подробнее со всеми этими материалами и прочитать все названия, если вам интересны сэмплеры. Лариса Шавшина присоединяется с набором фирмы «Чудесная игла» розы. Размер работы 34 на 26 сантиметров. Используется здесь 24
цвета, вышивается крестом в две ниточки на Аиде 14 каунта, но здесь Лариса заменила на 16 каунт. Вот такое начало уже есть, желаем шустрой иголочки. Также к нам присоединяется Ирина Чайка с дизайном фирмы Dimensions. Пишет нам, что основу красила сама, это турецкая равномерка, ниточки здесь Dimensions, и вот на сегодня уже 50% готово. Вы видите, как выглядел процесс на начало месяца и то, что уже есть на конец мая. К сожалению, больше нет никакой информации о названии дизайна, размерах, не могу больше вам ничего подсказать. Будем надеяться, что Ирина в следующем месяце нам добавит больше информации. Отчет Элизы Левиевой. Во-первых, Элиза отчитывается по набору фирмы Dimensions. Это восточная орхидея, размер работы 30 на 30 сантиметров, артикул набора 35-176, вышивается на Аиде 14 каунта бежевого цвета, тонированная основа, количество цветов 22. Пишет нам Элиза, что вышила 4600 крестиков и завершила работу. Это мой первый Dimensions. Элиза, мы тебя поздравляем, работа замечательная, очень стильная. Желаем, чтобы она тоже оформилась. Но на этом Элиза не останавливается, продолжает участие с новиночкой. Встречайте, коллекция Colette. Это набор фирмы Letty Stitch, номер 980. Размер работы 58 на 51 сантиметр. Большая работа, вышивается на Аиде 16 каунта, используется 54 цвета ниточек. Вышивается крестом в 2 сложения, полукрестом в 3 сложения. И также присутствует один бленд и бэкстич. Пишет Лиза, что приступила к этой работе, и на канве уже появилось 1500 крестиков. Пишет, что вышивается очень неприятно и будет марафонить с этим набором. Когда вышла эта новинка, я уже спать не могла спокойно. Не купила сразу, так как цена была высокая. В группе «Хомячки» увидела за хорошую цену и поняла, что это судьба. Прекрасно, я рада, что все так сложилось. Будем держать кулачки за тебя. И очень хочется нам увидеть отшив этой новинки. Действительно, очень впечатляющая и многим-многим понравилось. У Виктории Румянцевой случился и старт, и сразу финиш в мае месяце. Виктория добавила новый дизайн. Это дизайн Рената Паралин. Это эксперимент в примитиве, пишет Виктория. Канва здесь 14 каунта неизвестного производства, покрашена в домашних условиях, чай, кофе, корица. Ниточки бабушкины, ПНК, постираны и обработаны бальзамом. Техника крест в 2 нити и в 3 нити. Схему пишет Виктория, что будет раскрашивать. Пишет нам по процессу, что вышивалось все очень легко, все понравилось. Схему раскрашивала для удобства. Ну, вы видите, что все прекрасно получилось. Знаете, такие дизайны, такие вышивки, они очень трогательные, особенно когда в ход идут наши запасы, остатки основы, нитки, и вот так все это преображается в такую красоту. Поздравляем! Виктория добавляет еще один процесс. Это набор фирмы Риолис 1696, гортензия, размер работы 35 на 30 сантиметров. Здесь у нас Аида 14 каунта, цвайгард белого цвета, ниточки Мулине Анкор 26 цветов, техника крест в 1, в 2 и 3 нити, полукрест в 2 и 3 нити. И вот за май месяц вышилось 25%. Кажется, что вышилось практически половина, ну, наверное, там полукресты, поэтому как-то программа так считает. Но уже достаточно много отшито, красиво получается, ждем продвижения.
И еще один процесс Виктории – это также набор фирмы Риолис. Это у нас и ирисы, и подушка. Размер работы 40 на 40 сантиметров. Вышивается на AE10 аккаунта. Вышивается крестом в 3 ниточки. И всего у нас здесь 9 оттенков. Вот такая красота получилась. 50% уже вышито здесь. Пишет нам Виктория, что немножко отложит эту работу. Ну ничего, у нас время есть. Я думаю, все успеется. А это финиш от Марины Филипповой, пишет нам Марина. Юленька, спасибо за чудесное СП, которые стали очень мощной моральной поддержкой в период пандемии. Участие в СП не давало почувствовать себя отрезанной от мира. А фантастические работы девочек в СП «Райский сад» стали, как в сказке, победой красоты над вселенским злом. Итак, Риолис. 10,69, нитки Анкор 23 цвета, Аиду 14 аккаунта заменила на Этамин 25. Работа окончена, результатом очень довольна, впервые было очень жалко заканчивать вышивку. Красивая цветовая гамма ниток, грамотно проработанная схема, вышивать было одно удовольствие. Фотография может и не такая красивая, как на превью у Риолис, но результат потрясающий. Марина, поздравляем, шикарная работа. Татьяна Турова отчитывается по набору фирмы Leti Stitch Star Birch. Это у нас уже финиш, как вы видите, полностью завершенная работа. Очень быстро Татьяна справилась с этой работой, несмотря на какие-то сложности. Работа прекрасная, вы видите, какая красота получилась. На этом Татьяна не останавливается, у нее еще есть один масштабный процесс, к нему и перейдем. Продолжает свою работу Татьяна над следующей работой. Это схема химеры Матильда в розовом саду. Прекрасно, замечательная пушистая кошечка. Размер дизайна 250 на 317 крестиков. Ниточки здесь СХС. Канва равномерного переплетения 25 аккаунта Колмар. Кобеленовый стежок через одну нить. Пишет, что повышивала в этом месяце эту работу, ее продвинула, и здесь у нас уже 22%. Вышивка идет по цветам, видим, какой идет разброс по крестикам, по стежочкам. Точнее, проявляется уже потихоньку эта красивая кошечка. Очень-очень интересно посмотреть, что получится. Елена Сметанина представляет готовую работу по набору фирма Алиса. В данном случае Елена заменила белую Аиду на Еву нежно-розового цвета. Номер основы 4033. Пишет, что захотела сделать некоторые эксперименты с этой основой. Ну и вот что получилось. Работа завершилась благодаря отпуску. Отпуск всегда нам помогает завершать наши работы. Ну и, на мой взгляд, эксперимент прошел очень успешно. Девочки, берите на заметку, посмотрите, как структура и цвет основы преображает вышивку, помогает подчеркнуть все краски. Шикарно получилось, поздравляем! Елена также продолжает участие в СП с набором фирмы Panna Изумруд. Здесь используется 59 цветов, 29 блендов. Пишет, что нитки ярчайшие, вышивка идет на Аиде 16 аккаунта. Немножко подросла эта работа, пишет нам Елена, что идет медленно, и чтобы ускорить процесс, Елена завела 89 иголок. Представляете, сколько цветов, это настоящая многоцветка. Я знаю, процесс непростой, есть много-много бэкстич, даже представьте, бэкстич в 4 нити, но получается очень ярко, очень эффектно. Желаем, конечно же, терпения, мы хотим увидеть эту работу завершенной. Отчет Ольги Водолазкиной. Во-первых, у Ольги произошел в мае и старт, и сразу же финиш. Это набор фирмы Dimensions Mini Gold, прекрасные пионы. Посмотрите, какая красивая фотография получилась у Ольги. Очень красивые фотографии получаются. Быстро вышился процесс. Поздравляем с финишем, но на этом Ольга не останавливается, продолжает свое участие с новинкой от фирмы Leti Stitch в стране грез. Артикуль
959. Здесь используется 52 цвета Мулине Анкор, вышивается на аиде 16 аккаунта от Цвайгард, сложность 4 из 5, вышивается крестом в 2 нити, есть один бленд, немного бэкстича, размер работы 44 на 29 сантиметров. Заказала перенабор, пишет Ольга, что однозначно облегчит процесс. Желаем шустрой иголочки, будем с нетерпением следить за отшивом, ждать каждого отчета. Удачи! Переходим к отчетам Светланы Непомнящей. Во-первых, у Светланы случился и старт, и сразу финиш в мае месяце. Это наборчик фирмы «Чудесная игла», шиповник. Вышивается на ID 18 аккаунта. Мулине здесь гамма 22 цвета. Вот такая красота получилась. Все быстро вышилось и очень эффектная вышивка. Поздравляем! Также Светлана добавляет еще один процесс, это набор фирмы Риолис, милый и уютный садик на окошке. Вышивается шерстью, всего 24 цвета, и Мулине Анкор 8 цветов, вышивается на ID 14 аккаунта. Мы видим, что начало положено, нитки яркие, красивые, на планшетках, на новеньких, как все смотрится. Желаем шустрой иголочки. И также Светлана отчитывается по набору фирмы «Золотое руно», называется «Свежесть», размер работы 31,3 на 38,3 сантиметров, используется здесь 47 цветов ниточки Мадера, вышиваются на аиде Цвайгард 16 аккаунта, старт был 1 марта. И мы видим с левой стороны, как выглядела работа в прошлом месяце и как выглядит работа на конец мая у нас с правой стороны. Вот слева мы видим работа с собачкой, это один помощник у Светланы, а справа это кот Цезарь, еще один помощник. Вот теперь интересно, в следующем месяце будем ждать третьего помощника или уже саму хозяйку. Отчет Елизаветы Хлюстовой. Во-первых, представляет нам Елизавета финиш. Это лебеди, семейная пара лебедей по набору Joy Sunday. Но в данном случае Елизавета заменила основу на линду 27 аккаунта и вышивала через одну нить переплетений. Пишет нам Елизавета. Очень нравится результат. Было приятно и интересно вышивать. Достаточно легкий дизайн, несмотря на то, что 34 тысячи крестиков. Вышивалась как отдыхалочка. Не пожалела, что поменяла основу с 14 аккаунта на 27. И остались 2 трети ниток в наборе и достаточно большой отрез канвы. Работа получилась классной. Работа очень красиво смотрится, проработана как рисунок. Вот что значит заменить удачно основу. Берите, девочки, на вооружение и посмотрите в сочетании, какая была большая основа и вот то, что получилось. Поздравляем с прекрасным результатом. И продолжает Елизавета свое участие с набором фирмы Dimensions «Японский сад», вышивается на аиде 16 аккаунта светло-голубого цвета. Используется 40 чистых цветов, 7 блендов, смешанная техника, размер работы 46 на 35 сантиметров. Пишет Елизавета. Саду стало больше внимания после финиша лебедей. За последнюю неделю месяца было вышито немного больше, чем за предыдущий месяц. Поняла, что для меня максимум 3 процесса. Больше, менее эффективно и желание на все уменьшается. Конфликт «хочу и надо» лишает вдохновения. Очень-очень понимаю, что ж каждый сам для себя выбирает оптимальное количество и техники. Главное, чтобы все в настроении. Отчет Татьяны Буркицы. Пишет Татьяна. Юля, хотела бы присоединиться к СП с еще одной работой. Это будут 3 букетика. Дизайн группы «Моя вышивка». Я с этими сюжетами принимаю участие у них в совместном отшиве. Также хочу принять участие и здесь. Я буду вышивать на пластике. В работе используется 30 цветов ДМС. У меня подбор из ДМС, гаммы и из ХС. Размер всех 3 цветов 131 на 77 крестиков. Очень надеюсь их все успеть вышить.
И как мы видим, Татьяна успела все букетики вышить. Смотрятся они очень симпатично, миленькие, яркие, красивые букетики. Поздравляем с прекрасным итогом. Дальше Татьяна продолжает участие с дизайном фирмы Dimensions, но в данном случае это набор от магазина Ami Shop, всем известный «Сумеречный мост». Здесь используется 42 чистых цвета, а также есть бленды, техника крест, полукрест в 2, 3, 5 нитей, французские узелки. Вышивается на ID 18 аккаунта. Пишет нам Татьяна: «Юля, я наконец-то вышила кусочек неба. Оно чудесное, и домик такой уютный получается. Вышила примерно 1/5 часть работы. Очень красиво, ярко получается. Желаем, чтобы и дальше также хорошо продвигалась работа». У Светланы с ником Кошка Мышкина в мае месяце также случился финиш. Светлана вышивала набор фирмы Ланарте «Птицы на колонке». Размер работы 29x39 см. Вышивка на линде 27 аккаунта. Используется 28 цветов ниточек. По техникам: крест в 2 нитки, крест в 1 нить и также бэкстич. Пишет нам Светлана, что вышивка легкая и в радость, а также делится вот такими красивыми крокусами. Поздравляем с готовой работой. Также продолжает Светлана участвовать в нашем СП со своими процессами и отчитывается по набору фирмы Letty Stitch «Винтажная бабочка». Пишет нам Светлана: «Приветствую вас, дорогие рукодельницы. Представляю мои небольшие продвижения по винтажной бабочке от Letty Stitch. Пока все довольно легко и получается очень красиво. Правда, я еще не приступала к бэкстичу, и в одной этой маленькой бабочке 17 цветов. Но тем интереснее вышивать эту работу. Не терпится приступить к филигранной рамке, обрамляющей бабочку. Третий заявленный проект, корзину с весенними цветами от Ланарте, пока не начинала, но все уже на старте. Желаю всем солнечного настроения». Также поздравляем с финишем Кристину Внукову. Кристина вышивала дизайн фирмы Dimensions, венок с колибри. Но здесь у нас был подбор. Кристина заменила основу на австрийскую равномерку Evo 28 аккаунта светло-зеленого цвета. Размер работы в крестиках, напомню, 241x233. Вышивка ниточками СХС и гамма. По техникам: крест, полукрест, бэкстич, французские узелки. Всего 42 цвета и 6 блендов. Вот такие данные. Ну и смотрите, конечно, какие красивые фотографии и как основа цветная преобразила этот дизайн. Прекрасный итог, поздравляем. Отчет Катерины Плотниковой. Катерина, во-первых, представляет нам полностью завершенную работу. Это дизайн розы. Размер работы 40x50 см, полная зашивка. Здесь только крест без дополнительных стежков. Всего 40 цветов. Пишет нам Катерина, что разработчик слегка упростил схему, поэтому результат отличается от заявленной картинки. Но выглядит неплохо, хотя и простовато. Не в плане выполнения, а в плане восприятия картины. Схема логичная, без одиночек. Ну что ж, результат великолепный. Поздравляем! Дальше Катерина продолжает работать с наборами от китайского производителя Art Класса. Это прекрасные пионы. Мы видим, что работа очень-очень хорошо подросла. А также подсолнухи. Здесь у нас работа на начальном этапе. И пишет Катерина, что пока рано судить о результате. Все работы размером 40x50 см. Ну и еще одна работа. Это чудесный глаг, красивый роман. Работа стремительно мчится к завершению. Главные герои уютно разместились на цветущих веточках. Осталось совсем немножко, и можно будет оценивать готовую работу. Желаем удачи и шустрых крестиков. Отчет Галины Агеевой. Галина в мае месяце очень хорошо потрудилась, много результатов, много финишей. И хочу начать этот отчет, во-первых, с набора фирмы «Маричка», называется «В ее саду». Это вышивка лентами. Данный процесс Галина начала в мае и также успешно завершила.
прекрасная работа, шикарный результат. На канале у Галины есть подробное видео от распаковки до завершения. Там можно посмотреть все детали более подробно. Ну и, конечно, и здесь, я думаю, вы полюбовались. Поздравляем Галину с шикарным итогом. Также у Галины в мае месяце вышилось очень много приятных, полезных, красивых мелочей от фирмы «Волшебная страна», шкатулки, горницы, а также красивые вазы. Подробно можно посмотреть на канале у Галины. Здесь, к сожалению, я не могу разместить все фотографии, их очень много. Самые-самые вот основные я выбрала, чтобы вы могли посмотреть, как проходил творческий процесс у Галины. И вышивка бисером, это вазы, и вышивка крестиком для игольниц, какие красивые коробочки с хорошей комплектацией для бисера, просто для мелочей, игольницы, в общем, на любой вкус. Вот такая красота, поздравляем с хорошим итогом. А также Галина смогла собрать шарик от Ринкази, вот эту красивую птичку колибри. Шарик получился очень яркий, очень красивый, но фотография, конечно, тоже впечатляет. Так и хочется тоже что-то такое вышить, очень соблазнительно. И еще одна работа Галины, это фирма Passio Ricamo, пишет нам Галина. Отчет за май, а я все еще вышиваю юбку, радует, что красный подол уже завершен, а белая часть платья вышивается попроще. Уже с нетерпением жду, когда смогу вам перемотать работу и буду вышивать личико своей феечки, а также невероятно красивые и блестящие крылышки. Одна катушка золотистого металлика практически закончилась на платье, а его еще немало надо для крыльев. Вначале даже расстроилась, что придется отложить работу, а потом вспомнила, что покупала точно такую же золотистую ниточку еще для одной феечки. Сколько радости, не придется откладывать работу. Что желаем, чтобы обязательно все-все случилось. Финиши продолжаются. Встречайте работу от Веры. Вера завершила набор фирмы Алиса, тюльпаны. Вышивалась эта работа на Аиде 16 аккаунта ниточками Гамма. Работа завершена, быстро вышилась у Веры, очень красиво все. Что еще сказать, поздравляем и ждем с новыми работами. Отчет Марины Черной. Во-первых, Марина отчитывается по авторской схеме Натальи Черепановой Маки. Размер работы 180 на 180 крестиков, 43 цвета ниточек ДМС. Пишет нам, что осталось вышить 2 листа из 12. И также пишет, что в Крыму зацвели маки. Вот букет такой для вас. Дальше Марина подготавливает еще одну схему «Тигруля» от Анны Кузнецовой. 27 цветов ниточек ДМС, размер в стежках 105 на 123, основа линда 27 аккаунта. Вот такая подготовочка. И еще один дизайн, яркий мак от фирмы Алиса, 13 цветов, очень необычная основа. Всего здесь 63 на 52 крестика, маленькая работа, но очень атмосферная. У Полины Синицыной также произошел финиш в мае месяце, пишет нам Полина. А это маленький финиш по набору от Алисы. Малиновка. Была почти готова в прошлом месяце. Я думала, что мне предстоит еще море бэк-сича, но нет. Бэк выполняется только на глазике и в центре цветов. На кончиках тычинок в цветках я пришила желтый бисер. Получилось очень красиво. Правда, канву, что была в наборе, немного повело, но я надеюсь, что при оформлении это исправится. Я думаю, обязательно все исправится. Поздравляем с финишем. Вторая работа Полины, пишет нам Полина. Очень боялась не успеть, но успела. Нашлась наконец моя работа, попала мне в руки только позавчера вечером, даже скорее ночью. Очень старалась ее продвинуть за эти выходные, и вот 1000 крестиков готова. Вышивается очень непросто, огромное количество блендов и очень часто смена нитей этих самых блендов, но мне очень нравится результат. Буду стараться дальше и надеюсь, в следующем месяце мне удастся вышить побольше.
теперь мои попугайчики со мной. Я напомню, что это набор фирмы Panna в бразильском лесу. Здесь у нас 50 цветов ниточек гамма, вышивается на аиде 14 каунта зеленого цвета. Вот такая красота получается у Полины. А вот и еще один финиш от Светланы Миловановой. Светлана вышивала в нашем СП дизайн Гончаровой Марины «Тропинка в саду». Это размер работы 26 на 26 сантиметров, в крестиках 145 на 145. Это реконструкция схемы 1890-х годов. Вышивался дизайн на Монике 28 каунта через две нити переплетения. Номер основы 2150. Цвет канвы светлый хаки. Вышивка была ниточками ПНК, всего 16 цветов. И вышивалась работа крестом в две ниточки. Пишет нам Светлана: работа окончена. Вчера сидела на работе и любовалась результатом. Девочки, извините, работу постирать не успела, пока еще на работе. Самой не терпится увидеть ее во всей красе. Что ж, поздравляем с финишем и, конечно же, ждем новую работу. Переходим к отчету Ирины Силаевой. У Ирины, во-первых, случился финиш. Вот такая красивая маршрутка по набору фирмы Panna вышилась. Красивый маленький дизайн. Мишка поливает цветочек и бабочка. Все есть. Поздравляем с итогом. Еще один финиш Ирины – это набор фирмы Abris Art, сапфир, вышивка бисером, частичная зашивка. Вот такая красивая фея-бабочка в окружении бабочек завершилась у Ирины. Дальше отчитывается нам Ирина по павлину от фирмы Анкор. Здесь подбор у Ирины, но, как вы видите, работа стремительно летит к финишу. Осталось уже совсем чуть-чуть. Не знаю, если там уже бэкстич, либо это будет уже в конце, но тем не менее большой объем продвигается работа. А дальше потихоньку продвигается Long Dog, это Леон, вышивается на аиде 18 каунта. Ниточки здесь мы видим вот такой вот красной палитры. И еще одна работа, это набор фирмы РТО «Проказники». Здесь тоже есть небольшое продвижение, как мы видим, вышивка по цветам. Отчет Юлии Дубинкиной. Юля вышивает набор фирмы «Чудесная игла», «Лебединая пара». Размер работы 30 на 21 сантиметр, количество цветов 22. Мы видим, что работа очень хорошо подросла, и я смотрю, Юля выкладывает промежуточные отчеты. Видно, что работа летит, вышивается на одном дыхании. Ждем, конечно же, завершения работы. Хочется посмотреть, как получится. Но на данный момент вот так. Отчет Марины Денисовой. Марина вышивает набор фирмы Panna Цапля. Размер работы 25 на 29 сантиметров. Набор используется 23 цвета. И вот такой прогресс за май месяц. Хорошо подросла работа. Марина планирует поднажать и побыстрее продвинуть. Нам бы этого очень-очень хотелось. Отчет Натальи Аксеновой. Наталья вышивает дизайн фирмы Dimensions, но в сборке от магазина «Клубок желаний». Сладкий нектар. Размер работы 30 на 30 сантиметров. Аида 18 каунта. 43 чистых цвета. 13 блендов. Также есть полукрест и бэкстич. В мае месяце вышито 1016 крестиков. Пишет нам Наталья: немного, но все-таки прогресс. Конечно же, прогресс. Отлично, что работа продвигается. Тина Мардаян вышивает восточного красавца от фирмы Риолис. Размер работы 19 на 90 сантиметров. Вот такая длинная панелька. Вышивается на аиде 14 каунта от Свайгар. Ниточки здесь шерсть, акрил, 22 цвета. Мы видим, что работа хорошо подросла. В мае месяце прибавилось 5000 крестиков. Пишет Тина, что вышивается легко и приятно. Отличный результат. Анна Кокорина вышивает набор фирмы «Золотое Руно» павлины. Размер работы 41,9 на 38 сантиметров. Используется 37 цветов ниточек Мадера.
Пишет нам Анна, что в мае месяце прибавилось совсем чуть-чуть, так как начался огород, ремонт, и на вышивку остается очень мало времени. Ничего, все в порядке, главное, что работа вышивается, хоть по 100 крестиков, а потом время появится, обязательно работа продвинется, вышьется. Главное оставаться в нашей струе. Желаем удачи. Анна Маркина отчитывается по сэмплеру, размер которого у нас 253 на 229 крестиков, количество цветов 21, здесь у нас ниточки ДМС, вышивается на линии 28 аккаунта, это сэмплер «Репродукция старинной вышивки». И пишет нам Анна, что вышилось в мае месяце совсем чуть-чуть, буквально розочкой добавилось. Но, тем не менее, растет процесс. Больше информации на канале у Анны. Мы ждем, конечно же, новых отчетов. Отчет Ангелины Орловой. Ангелина, во-первых, отчитывается по набору фирмы РТО. Размер этого дизайна будет 15,5 на 16,5 сантиметров. Здесь Ангелина заменила Аиду на Мурана 32-го аккаунта и пишет нам Ангелина. Дошивала сахарницу и тень, добралась до самого сложного участка, нарциссов. Там в прямом смысле этого слова приходится ковыряться, но ради такого результата и оттенков можно пойти на такие жертвы. Бэк по большей части дробный, но на равномерке это не создает проблем. Второй дизайн – это набор Dimensions. Восточное великолепие – это самый любимый процесс Ангелины. И пишет нам Ангелина. Довышивала большой пион, сирень, и на сирене пришила бисер. Сразу делала бэк, где это было возможно. Еще чуть-чуть, и будет половина работы. Замечательно, что работа так хорошо продвигается. И на этом не останавливается Ангелина, добавляет еще один процесс. И пишет нам. Хочу добавить еще один процесс, если можно. Невозможно просто не добавить в такой компании. Продвигаются процессы очень интересно. Этот процесс начинала еще в далеком 2017 году, но особо его не вышивала за все эти годы. Сначала контраст сильно глаза резал, также это был первый набор, где впервые вышивала крест в сложении в три нити. И мне на тот момент очень сильно это не нравилось. В общем, на этот процесс в момент звезды сошлись, и сейчас очень сильно хочется его вышивать. Здесь у нас Цвайгар Таида 14 аккаунта, Мулине Анкор 9 цветов, также есть металлизированная нить, бисер черный, 2 иглы. За месяц прибавилось 1000 крестиков, процесс после перерыва и накопленного опыта просто отдыхалочка. Очень легкие в отшиве, большие цветовые пятна без мешанины. Даже сложение в три нити не доставляет дискомфорта. Сразу пришиваю бисер, эффект мне безумно нравится. Маки оживились на канве. Отчет Илоны, канал Хвостатики. Илона отчитывается, во-первых, по набору «Золотое руно». Называется «Яблоня в цвету». Вышивается дизайн на Аиде 14 аккаунта бежевого цвета. Но здесь произошла замена на Аиду зеленого цвета с разводами. Используется 33 цвета ниток Мадера, размер 16 на 36 сантиметров. Пишет нам Илона, что в мае повышивала немного птичек, вернее пока одну, но уже половина работы вышита. Надеюсь, что скоро будет финиш. Второй дизайн, который вышивает Илона, вот такой сэмплер, пишет, что немного продвинулась в этом сэмплере, но еще в апреле не смогла выставить отчет, так как лежала в больнице, в мае не вышивала, но так как есть какой-то результат, то решила хоть чем-то похвастаться. Почему-то резкость не очень на фотографиях, хочется вышить полностью первую композицию, но заболела, бэк тоже не полностью сделала. Но гнездышко уже красивое. Илона уже поправилась, вернулась к вышивке. На ее канале уже появляются видео, поэтому можно зайти посмотреть, как продвигается этот процесс. Очень интересная работа. По-моему, это буцилла, если я правильно поняла. Если вы знаете, что это дизайн, пишите.
Марина Лакиза вышивает набор фирмы «Панна» в бразильском лесу. Используя здесь 50 цветов ниточек гамма, вышивается на аиде 14 каунта зеленого цвета. Набор привлек Марину своей яркостью и зеленой основой. Пишет нам, что за май месяц продвижения небольшие, но очень нравятся яркие ниточки, особенно на зеленом фоне, то, как ложится желтый цвет. И даже Марина задумалась, что какой красивый желтый цвет, чего ранее не замечала. Вот так наша вышивка помогает нам знакомиться с цветами, с оттенками, узнавать их совершенно с новой стороны. Отчет Татьяны Шевченко. Татьяна вышивает набор фирмы Letty Stitch Bird Table. Используется здесь 58 цветов ниточек Encore. Размер работы будет 43 на 30 сантиметров. Вот такие продвижения за месяц мая у Татьяны. Здесь без комментариев, посмотрите просто фотографии. Получается точно так же, как на обложке. Это большая редкость, отличная проработка, ну и небольшие похвастушки от Татьяны. Представляю вам работы Елены Классен. Во-первых, Елена отчитывается по набору фирмы Риолис у Фонтана. Размер работы 30 на 40 сантиметров. Вышивается на аиде 14 каунта. Пишет нам Елена: ну вот, плюс еще 7000 крестиков. Пока все идет по плану. Потрясающе получается. Забыла сказать, готово уже 46%. Как же меня это радует. И так как процесс далеко не легкий, очень хочется его быстрее закончить. У меня всегда так. Когда есть сложный процесс, хочется быстрее его вышивать. И второй дизайн, который вышивает Елена, это белые розы. Набор от фирмы Алиса. Размер 222 на 150 крестиков. Размер готовой работы будет 40 на 27 сантиметров. Количество цветов 35 и 17 блендов из них. Май выдался не особо вышивальный, и на этом процессе прибавилось около 2000 крестиков. Нескольких белых оттенков, в том числе и бленды. Но сфотографировать не получается. Бело на белом совсем не видно. Тем не менее, здесь около 40% готово. Отличный результат. Ну и это еще не все. Еще две работы от Елены. Во-первых, это набор фирмы Алиса «Клубничка». Размер готовой работы 27 на 19 сантиметров. Используя 32 цвета мулины гаммы и 10 блендов из них. Основу Елена заменила на Бритни Лугану 28 каута голубого цвета. На мой взгляд, очень удачная замена. И пишет нам Елена: этот дизайн вышивается по бумажной схеме. Считать вышитые крестики, полукрестики не стала, скажу только, что вышила все клубнички и чаши полностью закончены, два цветка шиповника. Вот такой вот прогресс. Второй дизайн — это утренняя песня по буклету от фирмы Dimensions. Размер работы 114 на 240 крестиков. В процессе участвуют 26 цвета ниточек Encore. Подрос домик для птичек, очень нравится процесс, итого готово 30%. Вот такими огромными шагами продвигает Елена свои работы, красивые, сложные и очень хорошо вышиваются. Настя Антонова отчитывается по дизайну фирмы Буцила «Розы Даны». Вышивает эту работу на Мурана 32 каунта. Пишет, что в мае месяце небольшие продвижения, но тем не менее 20% работы готово. Скорость вышивки потихоньку повышается, поэтому надеется, что все-таки до октября работу сможет вышить. Настя, обязательно все получится. Да, работа сложная, на равномерке, кропотливая, но главное ее вышивать. Уж сколько вышьется, это будет большой-большой прогресс. Жанна Офицерова вышивает набор фирмы Dimensions, коралловые пионы, красивый, большой, интересный дизайн. Вышивает его очень активно, ведет к финишу. Вы видите фотографию, как было и как стало. Пишет Жанна, что за май месяц вышивала всего в мае месяце всего 9 дней, отшито 9622 крестика. В этом месяце немного поменьше, и было еще меньше, если бы я не вспомнила, что мне надо сдавать отчет. Что-то я в этом месяце разгулялась по процессам, но ничего, последние 2 дня были очень ударные. Надеюсь, что
Все-таки я их скоро вышью. Ну, я думаю, что обязательно справитесь с такой скоростью, все получится. Отчет Екатерины Осташкиной. Екатерина вышивает набор фирмы «Ланарты» и пишет: «Вот готовая и птичка. Вышиваю с удовольствием, радует зелень. Может, потому что у нас ее совсем еще мало. Отшито на данный момент 50%, и это уже радует. Прекрасный результат, прекрасный прогресс, чудесная работа. Держим кулачки, чтобы все вышивалось легко и быстро». Наталья Тан пишет: «Немного повышивала полевое чудо от Марии Искусницы. Благодаря совместному проекту этот набор вышивается, а не лежит в закромах с надеждой когда-нибудь быть отшитым. Сама картинка очень нравится, с нитками финка очень понравилось работать. Но садиться за эту вышивку приходится себя заставлять, возможно, из-за большого обилия полукреста в одну нить цветом, схожим с цветом льна». Напомню, что это дизайн Марии Искусницы «Полевое чудо». А второй набор Натальи Тан – это дизайн фирмы «Ланарты», но вышивается по китайской версии. Размер работы 35 на 35 сантиметров. Вышивается на линде от Swigert Moulinet DMS. И пишет нам Наталья: «Этот набор доставляет полнейшее удовольствие. Нежные, приятные чувства возникают при работе с этой вышивкой, как и сами цвета, нежные пастельные оттенки. Вышила полностью правый край, перешла на верхнюю часть. Вот что получилось за май месяц». Очень хорошее продвижение. Мы видим, что работа движется к завершению. Желаем шустрой иголочки. Юлия Зверева вышивает в нашем СП дизайн фирмы Алисы, точнее набор фирмы Алисы «Тюльпаны». Размер работы будет 22 на 26 сантиметров. Вышивается на Аиде 14 аккаунта. Используется здесь 22 цвета плюс 4 бленда. Пишет нам Юлия, что за май месяц работа подросла не так много, как хотелось бы, но тем не менее на время отчета вышито уже 42% работы. Это достаточно хороший результат. Главное, что работа продвигается, и скоро-скоро будет и финиш. Светлана Минаева отчитывается по набору фирмы «Чудесная игла. Семейное гнездышко». Вышивается на Аиде 14 аккаунта, используется 39 цветов ниточек мулине, размер работы будет 19 на 25 сантиметров. И пишет нам Светлана: «Работа готова примерно на 80%, в июне обязательно ее закончу. Желаю всем рукодельницам теплых летних денечков, хорошего настроения и больше времени для любимого хобби. Сколько ж красоты необыкновенной вышивается в нашем СП». Отчет Оксаны Яковенко. Оксана вышивает набор фирмы «Ланарта. Райская птица». Вышивается на равномерной основе 27 аккаунта ниточками ДМС. Всего 39 цветов плюс 1 креник. Пишет нам Оксана, что в мае получилось только 7 вышивальных дней, так как после Пасхи было много работы. Летом ухожу в отпуск и смогу посвящать вышивке гораздо больше времени. Принято. Ждем. Надежда Дубинских вышивает набор фирмы Dimensions «Японский сад». Размер работы 40 на 30 сантиметров. Вышивается на серо-голубой основе 16 аккаунта. Пишет нам Надежда, что на 1 июня работа вышита на 61%, что составляет в крестиках 26 600. В мае добавилось 4400 крестиков. На зашитом участке уже вышиты отделочные стежки «Бэксич» и «Кординг». На мостике и перила выделены кордингом с участием металлизированной нити, что очень украшает работу. Ну что сказать, вы и сами видите, как все ярко, красиво. Осталось уже совсем чуть-чуть. Более подробно можно посмотреть на канале у Надежды. Светлана Романова вышивает очень интересный дизайн по мотивам схем Stony Creek. Исходную схему Светлана доработала, немножко уменьшила. Размер работы будет 72 на 58 сантиметров. Вышивается на Аиде 14 аккаунта ниточками ДМС. И за май месяц Светлана вышила еще один скворечник, весенний и нескучный. Программа говорит, что вышито уже 30%. Вот такие хорошие результаты у Светланы. Потихонечку по одному элементу, но они не маленькие, Светлана вышивает.
Супер. Ольга Важенина отчитывается, во-первых, по оригинальному набору фирмы Фуджика Роса Галиция. Вышивается на аиде 16 каунта светлого кремового цвета. 30 цветов ниточек мулины Космо. Цветная схема формата А3, игла. Размер работы будет 30 на 40 сантиметров. Ага, или пишет 26 на 35, точно непонятно, то есть нам уже Ольга в конце замерит и скажет точный размер работы. Пишет Ольга: мулине Космо, тонкий, мягкий, шелковистый, крепкий, очень нежный, не путается, похоже на шелк. Даже бумага со схемой необычная, плотная, но легко перегибать, значки не стираются, в общем, полный восторг. Готова почти половина работы. Ну и вы сами видите, как все красиво получается. Второй набор, который вышивает Ольга, это набор фирмы Lanarte. Размер работы будет 40 на 40 сантиметров. Вышивается на равномерной основе 27 каунта с бледно-зеленым рисунком. Используется 56 цветов ниточек мулине. Вышивается крестом в две ниточки, и также есть и крестик в одну ниточку. Работа подросла за май месяц, прогресс очень хороший, и получается, конечно же, как у Lanarte, все очень красиво. Отчет Натальи Зенгиной. Наталья вышивает в нашем СП набор фирмы Dimensions «Калитка влюбленных». Размер работы 25 на 36 сантиметров. Зашивка здесь частичная. Вышивается на аиде 14 каунта цвета слоновая кость. Состав ниток – хлопок. Схема трехцветная, символьная. Пишет нам Наталья: третий отчет по отшиву «Калитка влюбленных». Добралась я до фиолетовых и розовых оттенков и от Бекла «Скворечник». Продвижение меня радует, и все благодаря СП. Если бы не он, лежал бы этот наборчик в запасах еще не знаю сколько времени. Спасибо, Юля, за СП. Спасибо за участие. Елена Канева вышивает набор фирмы «Буцилла». Сани, номер 46471. Размер работы должен получиться 28 на 35,5 сантиметров. Вышивается на аиде 14 каунта крестом в одну и в две ниточки. И что напишет Елена: а вот и мой очередной отчет по этому процессу. Три угла готовы. Мне нравится, какой полупрозрачный эффект получается в фоне за счет вышивки в одну ниточку. Уже совсем скоро доберусь до главных элементов. Действительно, очень эффектно, очень объемно, красивая разработка. Ждем с нетерпением нового отчета. Олеся Олесина вышивает набор фирмы Dimensions. Поле бабочек. Размер работы должен получиться 35 на 22 сантиметра. Используется здесь 28 цветов. Вышивается на аиде 14 каунта. И вот столько вышилось за май месяц. Такой хороший уголочек. Олеся пишет, что хотелось бы и побольше вышить. Но вот столько получилось. Ничего, главное, что работа продвигается. Татьяна Казанова вышивает набор фирмы «Чудесная игла», «Семейное гнездышко». В мае месяце прибавилось 1580 крестиков, очень даже хорошо. Размер работы должен получиться 19 на 25 сантиметров. Вышивается на аиде 14 каунта. Используется здесь 39 цветов ниточек мулине, 2 бленда, есть крест, полукрест, выкладная нить, французские узелки и бэкстич. Вот такая богатая на стежки работа, и получится очень эффектно. Александра Бо отчитывается по двум наборам. Во-первых, это «Алиса. Солнечные мечты». Вышивается этот набор мулине гамма 32 цвета. Вышивается на аиде 14 каунта. Размер работы должен получиться 30 на 40 сантиметров. И вы видите, какое начало. Второй набор – это «Аромат сирени от чудесной иглы». Размер 40 на 30 сантиметров. Мулине здесь тоже гамма, 41 цвет. В наборе входит аида 14 каунта белого цвета, но Александра заменила ее на Монику 28 каунта. Пишет, что в этом месяце прибавилось только 603 крестика, так как нужно было срочно заканчивать другой проект. Ну что ж, работы продвигаются, это самое главное. Желаем шустрой иголочки. Анна Гельмадова отчитывается по набору фирмы Dimensions. Размер работы должен получиться 35
и 5 на 27,9 сантиметров. Вышивка здесь на Аиде 14 аккаунта, цвет Ivory. В работе используя 30 цветов ниточек DMS. Ну, наверное, здесь не DMS, а Dimensions. Пишет нам Анна, что вышивалось не так много, как хотелось бы, но очертания домика уже видны. Главная работа продвигается, прекрасный дизайн, ждем отчетов. Отчет Дарьи Ибрагимовой. Дарья вышивает мадам Мане, это набор фирмы Риолис. Размер работы будет 24 на 30 сантиметров. Вышивается на Аиде 14 аккаунта, Молине Анкор, 31 цвет. И Дарья очень хорошую скорость набрала, буквально практически за месяц-полтора участия вышила уже 76% работы. Я думаю, что мы так скоро и финиш увидим. Вы видите, что получается очень ярко, реалистично, прекрасная разработка. Ну что тут сказать, ждем готовую работу. Итак, мои успехи за май месяц. Во-первых, я продвигала работу Джан Лин, 4 сезона птиц. Размер данной работы должен получиться 25 на 45 сантиметров. Здесь я Аиду заменила на Еву 28 аккаунта. Используется здесь 36 цветов ниточек DMS. Сложная для меня работа. Я в каждом отчете, в каждом видео постоянно вам говорю, что здесь много 3/4 креста, очень частая смена нитки и дробный бэкстич. Но я преодолела сложные участки, и летнее окошко вышивалось намного легче. У меня половина работы готова, теперь я радуюсь этому результату. Весна и лето у меня готово, осталось вышить осень и зиму. Надеюсь, я справлюсь с этой работой. И благодаря игре в рулетку в нашей группе ВКонтакте у меня случился старт. Это набор фирмы «Чудесная игла», «Ласковый май». Размер работы должен получиться 32 на 32 сантиметра. Вышивается на Аиде 14 аккаунта, цвет светло-серый. Используется 38 цветов ниточек Мулине. Начала спонтанно, организация самая простая, но процесс меня захватил. Ну, начало работы, там очень много полукреста, вышивала по цветам. В общем, я взялась за этот дизайн и очень успешно его продвинула. Ну, на мой взгляд, около 20% у меня выполнено. Надеюсь, рулетка также будет нам выдавать эту тему, и дизайн будет хорошо продвигаться. И еще один наборчик, который я все-таки распаковала, не удержалась и добавляю в наш совместный проект. Это петух от фирмы Dimensions, петух на черном. Вышивка здесь различными стежками, гладевыми и просто декоративными стежками. Используются ниточки Мулине, а также шерстяные ниточки. Это нити, ну, покрупнее, чем у Риолис, для сравнения. Цветов здесь не очень много, но сам дизайн очень яркий, думаю, будет вышиваться легко. Здесь на равномерную основу нанесен рисунок, и нужно будет по схеме читать и заполнять. Я думаю, что в следующем отчете я вам уже все подробненько расскажу, пока вы можете насладиться вот такими красивыми цветами. На этом наш отчет подошел к завершению. Как вы видите, мы все очень хорошо, плодотворно поработали. Спасибо за вашу активность. У нас лето начинается, значит, период отпусков, у кого-то огороды и дачи, все понятно. Но, девочки, даже небольшие отчеты не стесняйтесь, присылайте, пусть по 100 крестиков. Нам нужно держаться вместе, не забрасывать наши работы, чтобы они не залеживались, и потом сложно к ним возвращаться, а хоть по чуть-чуть будем вышивать. Желаю всем хорошего настроения, до новых встреч, всем пока-пока.